Короче, я гениально сейчас делаю. Я буду играть Джестера. Я буду играть Джестера. Нет, не надо играть Джестера. Мирные выкинут меня. Что-то быстро. А где? Навигации. Вадя сказал, я не поняла. Варпач уехал на подзарядку. Короче, я видел Дину и Финнергота рядом в навигации. Ты сейчас, я тебя тоже видел, да, розовые. Это админка, да. Нет, предлагаю скипнуть. Да почему нет, говорю, в навигации стоял рядом с трупом Вадя, просто стоял. Это может и фейк быть от Джестера. Это произошло в секунду, там же и скиллз был еще. Я был там еще. Ну так ты тоже на трупе стоял. Короче, держите в голове просто... Да, карандашиком Вадя. Там было очень много людей, и только одна Лера говорит, что это Вадя. Не, мы карандашиком просто, это же... Скиллз говорит, что там тоже был Вадя, и он был тоже. Так и я тоже был, и ты тоже. Просто не забывайте, что есть невидимка, которая может и невидимо. Еще были люди. Кто-то не говорит, да. Ну, я тоже. Давай голосуйте. То есть вы все вместе вбежали? Или как? Или Лера прибежала в этом стреле с трупом? Нет, нас много там было. Я в Дину. То есть кто-то... Я пришла туда первая, сделала задание, выхожу за... Да, я просто отвлекался и не увидел. Наташа, ты отгадываешься какого-то? Ну да. Бля, ну если выпадет Джестер, нужно вообще гениальнейшим образом отыграть вообще. Согласен. Ебать, как хрипыш жесткий. Так, слой, пинсуха. Да почините, блядь, заебали уж. Генсуха, Финрагот, блядь, не туда. Строго? А когда Генсуха успел убежать? Ебать. Я Серега Крепкий. Не начинайте спам, можно я просто скажу? Я Серега Крепкий, если что. Пожалуйста. Серега Крепкий. У меня, меня сейчас, скорее всего, выйдут. У меня роль Сир, в первый раз привелась глаза красный. Сейчас случайно тыкнула на инсайдера красный. Все, меня выйдут. Во-первых, красный. Кто? Скиллз инсайдер. Скиллз инсайдер, все. Скиллз в навигации проверила инсайдера прямо сейчас. А то, что она стояла, когда в первом раунде. Ведь звучит, у тебя два совпадения из двух. Это, конечно, да, да, сильно. Что на трупе она стояла. Такой сегодня был от меня инсайдер. Не отвертишься, не отвертишься, инсайдер. А давайте инсайдера первого. Бля, я в... Инсайдер, да. Давайте инсайдера сначала. Блядь. Нет, кстати, Блаша хуйня. Когда реактор не слышно, если что, вообще. Вань, не кричи в микрофон, у тебя перегружка. Когда реактор работал, там инсайдер один стоял и ждал, кого бы пёзнуть. Это был такой момент. И он убежал. Вань, говори. Ой, блядь. Ванюшка. Он пытался инсайдера отгадать из пяти ролей. Вообще нет. Слышишь меня? Что? Ну, ты просто начинаешь, Вань, ты начинаешь. Слышно меня? Да. Не, да, он, может быть, догадался, он, может, нажал на Леру, нажал, что на Сир, и, типа, проебался. Бля, чуваки, Лера зарепортила свой же труп, блядь, а вы сразу начинаете меня голосовать. Вы реально думаете, у нее две сразу проверки из всей толпы, все оба в красной, вы, блядь, да, в своем уме вообще. Да, мне кажется, Лера фейковая. Можно в разномаски кинуть, можно в разномаски кинуть, она не умирает. Мне еще интересно, почему она проверила меня именно, когда Вадя стоял на трупе. Меня в разномаски, вы видите, она не умирает. Потому что мы зашли с тобой вдвоем первый в этот... Я тут на труп не видел даже. Сразу. Вань, тогда, меня, блядь, типа, блядь, тогда, в тот раз, понял? В навигации. Она говорит, 6 секунд Вань, прикольно лагает. Я сказал, в навигации, да, труп, да, даже, да, не видел. Да, скилз. Да, 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 бля, я забыл посмотреть, когда Финн умер, когда, блядь, проголосовали. А, ну вот, кто не проголосовал? Скиллз не голосовал, Гуччи и Инсайдер, все. Они убили только что Леру. В смысле? Я просто не проголосовал. А вот потому что у тебя есть возможность выбирать. Это вот галочка такая. Это вот галочка, тебя обвини. Может, это Инсайдер просто? А вот это вот сразу подмечено, блядь. А вот это сразу подмечено, нах. Это, блядь, сразу подмечено, нах. А ну давай, блядь, покемпим, нах. Кто там был? Покревский видел. Ючка, Джожо. Бля, на меня один засматривается, она хочет и гигантика запрыгнуть. Ну, у нас Лера ушла этот сиром, получается, да, да, если ее угадали. Давайте скилза выводить. Скилза, да. Давайте. Я просто боялся, что у нее роль, типа, что-то... Только сразу выгнать, все голосуйте, сразу все голосуйте. А, да? Кто последний, тот... Давайте. А как давайте, кто последний, тот лох ебаный. Согласен, давай. Давайте. Кто последний, тот лох ебаный. Последний, кто последний, тот лох ебаный. Я первый. Я первый. Бля, погодите, я потерял голову. А все. По кого мы голосуем, прикиньте. Смотрите, Жожа голосовал не в того. Жожа не в того голосовал. У него голос остался. У него голос не в того стоял. Да, да, да. А как ты это понял? А ну потому что у него голос остался. Жожа, накиньте тогда. Давайте Жожа закинем. Жожа, закинем по приколу. А сейчас он Джестер нахуй. Я скип в пизду. В Жожу, Гуччи Валя. В Жожу, по приколу. Если у вас есть мать, и вы порядочный человек, вы не можете по мне голосовать никакого. А, у меня я гигант, блядь, обаяшка. Я в скилзе голосовал. Сука, блядь, я амнезиак ебаный, нахуй мне пизданули, блядь. Я в скип.
Жожа просто забыл, кого голосовать. Так, кто там еще был? Гуакамоле и кто-то еще не проголосовал тогда. Ладно, здесь не отъеду. Макаревский тут. Ну ладно, Макаревского можно... Хотя он может быть и нейтралом, блядь. Одному хуярить будете, да, блядь? Ага. Строго, это саморепорт. Подождите. Ты ходил это... постоянно, подожди. Блин, на свадьбе. Мам, тише, а меня Вадим Казаков умер просто. Подожди. А кто говорил Вадю на первом кругу? Кто его там заедет? Скилсы, кто еще? Лерон. И Лерон. Блядь. Я не понял. А кто может умереть? Короче, есть еще такая тема. Ну, я видел, как... Да, скип, быстро. Быстрее скип. Почему? Потому что роли сейчас палим, кто убивать будет. Сейчас роли, кто будет убивать. Скипните. Скип. Все, я мирный, я никак. Короче, есть еще такая тема. Не буду пока говорить, кто. Один игрок за столом винтанулся при мне пару раундов назад, ну, либо раунд назад. А сейчас возле него бегал призрак. Но я на призрака нажал, он пропал. Это не Хантер, то есть. Фантом. Или это Хант? Фантом. Это Фантом, а Фантом у нас не показывает. Да, Фантом нейтральный. Да. О, то есть Фантом может на кого-то навести поклеп, специально вокруг кого-то крутить? Может, да. Но он нейтральный роль, его задача выполнить задание быстрее всех и выиграть. Он в соло выиграет. Это Хантер. Хантер должен тебе показывать, кто трейдер. Да, но я имею в виду, Фантом может 5-head move сделать и подставить кого-то. Да, может. Думаю, но ему нет смысла. Люди отвлеклись от задания. Это да, может. Нихуя. У нас получается только глич остался? Либо импостер и глич, либо... Если что, Хантеру тоже не нужно никого показывать, ему нужно сделать квесты, и всем на голосовании покажется, кто есть кто. А, нихуя себе, блядь. Так, короче, у меня остается Гучимоле. Строго отреагировал, типа, нормально. Кто-то пошел здесь? Нет, это дым. Ты мне по винтам вообще легко задание выполнять. А тоже ветеран убился, что ли? Да-да-да, он меня убился. Альмар ебучий. А кто умер? Бля, ебать ты гений, Марк. Только что об него Вадю убился, зачем ты его решил убить? Да я прослушал, честно, весь ход. Такое странное совпадение, пиздец. Блядь, таймлорд. Fuck you, man! What the fuck? Ёбаный крюмейт, нахуй. Фав сторож уже побежали, нахуй. Сейчас, блядь, быстренько поймаем за яйца. Ючка... Строго. Дина, с кем там была? Дина и кто? Блять, не знаю. А... Это кто сейчас? Это я с тобой сейчас был. Я был сверху, Рома. Справа. Но кто убил меня, двое мальчиков. Уголовой. Погоди. Я тоже видел. Скажите на секунду, давайте, как ситуация происходила? Да что такой большой? Мы с Ромой бежали справа, поверху. Да, и ты забежал, убил. К вам туда просто забежал кто-то и убил, да? Ну это варпач было, потому что меня пропали, и он побежал вниз. Кого? Я туда не спускался. Спускался при мне, чё, рофлишь? Я не спускался туда. Но при мне спустился. Я рядом с тобой бегал, алло. Я могу сказать, что во время прожатия камуфляжа в админке был я, Юечка и еще кто-то. Злой. Кто-то третий с нами кто был. Кто со мной в электричестве сейчас? Злой. Злой? Я видел, злой. Я со столовки прибежал. Кто в электричестве со мной? Еще несколько человек. Второй труп кто-нибудь находил? Ну. Короче, первый варпач, выводим его. Да кого? Не я это был, я тебя у трупа видел. Дина, ты только пришла на связь? Я не думаю, что это ты, я думал, ты увидел его. Поэтому я и пошел туда. Есть чуйка, что варпать жестер почему-то. Ну, я не знаю, я боялся зайти. Подожди, Дин, ты просто пришла, да? Только слева зашла. Кто не видел, как слева человечек заходил там на связь или что такое? В смысле, я зашла, там стоит чел, уже чинит, и еще один потом за мной забежал. Короче, скип, неинтересно. Кто со мной в электричестве-то? Я. Все пускай говорили такие. Я был в электричестве. Карандашиком. На карандаши. Охуенный крюмейт роль. Уху! Великолепно. Охуенно починили саботаж. Крепский финал. А, ну какой килл 20 секунд, блядь. Вообще похуй. Саботаж уже? Бля, не могу поймать. О, Динсуха, Дина, строго варпач. Финаргот. Динсуха, Дина, это ж Финаргот. Финаргот сейчас. Это, блядь, килл будет. Не надо было репорт! Да, что ты зачем репорт? Генсуха, Дина, Финаргот. Вот это я запомнил в камуфляже. Так, рассказывай. Я был с кем-то в камуфляже в электричестве. Даша, где ты пришла? В смысле? Слышишь, Джонни, в смысле? И что я в камуфляже? Нет, у трупа сейчас. А, нет, это не я была точно. Я в другом вообще месте была. И не варпач у нас получается был. Ну, если, конечно, его не убил глич какой-нибудь. Я съел. Дайте, пускай Даша расскажет, она зарепортила. Я сейчас нахожусь в метеоритах. Даша, говори, ты нас сделали камуфляжными. Да, говори быстрее.
быстрее так. Я шериф, и ко мне подбежал кто-то, я убила его, я не поняла. Камуфляж на метеоритах? Со злым. Инсайдер, это умело озвучивать роль. На камерах, мы со злым были на камерах. Короче, подожди, Джонни, на самом деле, Юечка не шериф. Шериф я, ребят. Так. Вот не понял, короче, что этот шериф на самом деле я, Юечку выводим. Нет, она и Джестера может быть. Так она... Нет, Джонни, ты вкинул меня в Дин. Посмотри, когда я запомнил, вот что мы шли, вот этой компанией мы шли, я поэтому ее переозвучил, когда был камуфляж. И это по-любому те люди, которые были во время килла. То есть сейчас валяется труп у закрытой двери, никто не может быть, кроме нас. Посмотрите, можно скажу? Рома, она может быть ветераном быть. Слышишь, а нахуя ее выводить, если пытались только что угадать, и умер Финнергот, пиздец. Да, пошел на Геландру. Если Даша, я шериф. Говори, понимаете, что, помните, когда был первый труп, и там был Варпач и Макривский? Варпач умер. А Макривский сейчас... Алло, я шериф. Короче, Генсуху и Дину карандашком прям жирнючим вот так обведите, на всякий случай. Я вообще не с вами была. Держите это в голове. Я была вооруженной, просто задача меня вывести, потому что он второй. Не, держите это в голове, пожалуйста. Я была вооруженной, Джонни. Рому тоже в голове держите. Дина призналась, что она была с тобой. Так я запомнил компанию, которую мы шли на пром. Не кричите, суки. Я потом тебя засуну. Опа. Кто там в люке? Строго? Нет, кто походу строго прыгнул. Не пали. А здесь вы запомнили, что я с Наташей ухожу? Я Наташ не трахай, плиз. Они вроде выполняют. Зеленый? Это Рома. Это да, Рома, да, нахуй! Это Рома, блядь, куда ты высралась там, блядь? Это Рома, ребят, это Рома. Да пизду! Рома. Да, и он еще Дашу предлагал выводить. Скажите роль свою, пожалуйста. Не-не-не-не-не, давайте да, выводить сейчас Рома. Братик, я инженер, можешь ебашься. Эй! Пиздишь, по голосу. По голосу, а по такому? Я инженер, бро. Голосуйте, быстрее. Ром, съеби нахуй отсюда, по-братски. Кто не проголосал, тот импостер? Марк. Вадя, голосуйте в Рому. Да, я смысл, если он не проголосует, все, Ром будет тянуть гроли и гадать. А, понятно. Рома. Да, все, спасибо за победу, ребят. Скип хорош, Ром. Джестер? Не понял. Да. Бля, ну... Погоди, Рома, ты меня убил реально или нет? Нет. Да я убил, что ты понял вообще? Это не я убила. Я шериф. А, ну вот! Рома хорош! Блядь, ты меня просто убился! Так нахуя 10 раз фейковать, потому что шерифом, блядь. Понятно. Ну хорошая инфа была. А, так слышишь, Макривский взял Джестера, пиздец. Да, я нашел Джестера, кстати. Это мой был. Бля, ебать, Дину я сразу поймал. Спасибо всем. А на чем ты меня поймал, я не понимаю. Ну, подозрение на тебя. Первое подозрение, второе, все, типа, я уже, типа... Так, Джонни, если что, они были беспочвенны, оба подозрения. То есть я тебе говорила правду, и ни в одном, ни во втором случае не была замешана. А кто тогда умер на метеоритах? Ну, типа, кто убил на метеоритах? Ваня, я тебе черный дала. Финнергот, наверное, не знаю. А кто вообще, кто был? Подожди, Финнергот второй импостер? Да, были я, Финнергот и кто еще? А, ну вот, я по этому подозрению, Финнергот, типа, ты, Генсуха, типа, его сказал. Да, буду... Я еще был, я об Дашу убился. Да, инсайдер еще был. Там 70 пришел. Что за деф? Блядь, вообще с Данилыча путал, фейсит еще идем играть. Бля, и Данилыча, кстати, с Эмиксом иногда путаю. Данилыч мой хоуми. Бля, интересно как. Ай-я, бля. Данилыч когда-нибудь вырастут потом. Ай-я, бля. Ну охуеть теперь, блядь. Блядь, вот когда импостер, блядь, вот это пиздец. Это фул пиздец, реально. Когда импостер и вот... Только вот что вот. Я стояла на камерах и увидела, как Жожо убил Финнергота. Ты чё, ёбнулась? А где, блядь? Ты чё, ебанутая? Я стоял в электрике, да? Блядь. Спалился, сука. Я в электрике стояла, дубина ёбаная, блядь. Галиматья ёбаная. Я тебя видел на камерах. Ты уебан на трейдере. Давай, уходи. Как же ты его спалил? Ребята, начнём с того. Как ты его спалил, и он... Ребята, а ты зарепортил труп. Потому что я вышла из кабинета, чтобы нажать кнопку, и, ну, около меня лежал труп. Ага, всё понятно. Ребят. Начнем с того, нету, может, что... как этого чела, который в оборотне ебучего, нет? Вот. Легче ну, как вариант, но не знаю. Нет, я... Друзья, извини. Ребят, я только того, что видел на камеру, что Финнергота... Я охуенно играл вообще. Хотел убить тут каждый. И мне кажется, что Жожо может быть мирным, кто убил Финнергота. Но просто кто тут не хотел убить Финнергота? Дин, а ты какого поэтому цвета? Я... Можно вопрос? Поэтому я в скип. Можно вопрос? А кто-то может Жожо подтвердить? Ну ладно, Ром, я же знаю, как ты сильно хочешь. Блять, реально, я что-то не понял это. Был в электрике, ребят. Кто может подтвердить, что Жожо был в электрике? Я не помню, я делал справа. Бля, у Наташи экзекутионер, что ли? Нет,
нет, я говорю, что я пошла сразу на камеры и увидела, что Жожо прям на камеры. Блять, вы понятно, блять, нахуй. Блин, ну будем надеяться, что не экзекутионер. А что это за роль? Типа он должен тебя... Да, она тебя прям... Я хуй знает, блять! Я еблан, я еблан, я еблан. Сейчас узнаем. Я вообще так никогда не делаю. Бля, ну я еблан. Я как сразу палик наиграть. Ну, это ж бред. Вот именно это бред. Рейтеры не докинули, кстати. Ну, он подумал, что не успели дойти до камеры. На карандаше. Блять, ну санитарам надо выиграть, блять. Камеры закрыли. А чтобы камеры не работали, коммуникацию включаем. Только мне нужен импостер, чтобы я, блядь, подтер немного. Или просто труп будет валяться, я подотру. Рано, 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 рано. Блять, надеюсь, никого не убили. Блять, умер, умер. Она умерла. Короче, короче, знаете что? Ну-ка. Меня Серега Жожо убил и откатили время. Nice. За Сергей. А я же говорил, вы мне не верите. Ладно, ладно. Понял. Сюда его нахуй. Поехали. Ой, блин, хорош, я говорила. Я говорила, сука, ты ебаную, блин. Ребят. Ты ебло глухой даже доказать не смог. Ну, на самом деле, ну кто не хотел убить тут Семикса? Ну, может, все мирно? Просто нулевой так не делал. Нет. Вывела трейдера, сука. Я правду говорю. Да. Сейчас окажется, что Семикс этот чувак, короче, которого надо проголосовать. Красавчик. Семикс вообще красавчик. А, Макриски голосовал. Вы посмотрите, строго. Не, проголосовал скипи потом. Макриски был голос вообще не в ЖЖХФ почему-то, посмотрим. Да, я в него голосовал. Мы сейчас голосуем. Ребята, я скипи проголосовал. Отыгрывает, хватит его душить, он ебаный джестер. Он делает все, чтобы его кикнули, все, хорошо. Вторую игру подряд? Да. Смотрим, все скипы проголосуйте, все в скип. Да он не трейдер, даже не смотри на него. Дин, попердим. А, он сам себя, что ли, блядь, голосовал? Чё, я в Жожо голосовал, долбоеба. Так, ну это, наверное, карандашка мы запомним. Может быть, Unreal? Just? Так, ну тут реально нужно, чтобы, короче, чтобы Кирюха сделал килл, я убрал быстренько его. Иначе никак. Иначе вообще фул никак. Блять, только на месте нужно Кирюх, блять. Ну, Кирюх. Кирюху бы найти просто. Или трупчик. Блять, не говорите, что опять возродили, но это пиздец. Если я останусь... Блять, не говорите, пожалуйста. Надеюсь, откатили время опять кого-то, когда я админку да, убили, и кого-то это опять откатили, надеюсь. Меня Юечка убила еще. Идеальная страта откатывать время, как раз когда у предателя КД прошло. Юечка. Да, ну там тайминг прям ловить надо. Согласен, никто не хочет Макривского вывести джестером. Я джестер, нет. У нас Ваня ни слова не сказал, Ваня, ты в муте. Ребят, а Макривский 100% джестер, не голосуйте в него. Он при мне прыгнул специально винты, чтобы типа, бля, я там... Чё, тебя вообще у меня не было, оба рендом. А, не, вначале. Пожалуйста, чтобы его вывести, чтобы он не портил. Да, я джестер, трейдер, вы видите меня джестером, пожалуйста. Ой, зачем я это сказала? Ваня, какой у нас КД? Я не знаю, Финн же ставил, по-моему, 22 или 20. А может, скажет кто-то за репорт? Значит, ты не предатель. Да похуй, но Ваня, слушай, он сейчас лагать будет дальше. Ну, Ванёк, отличная аргументация. Ванёк хотел бы, Ванёк сказал бы. Нажимайте скип. Так, у нас Симич и Наташа мирные. И осталось два предателя. Нет, стоп. Да, два. Такая ты сучка, конечно. Господи, Марк, пожалуйста, убейте его, предатели. Дина тут блядь, не поможет. Блядь, я так бы нахуй. Ух, малышка. Короче, Наташа на камерах ёбная. Бля, Кирюх, умоляю, пойдем, Кирюха. Просто один килл сделай, умоляю. Блядь, да я уберу, но я ёбаный санитар, блядь, огромнейший. Один килл, пожалуйста, под флешкой. Убей просто одного. Все. Короче, можно я по столу прям пару слов раскидаю туда-сюда? Да не, всем похуй. У нас Дина мирный и просит, чтобы кикнули мирного меня, трейтеры, поэтому делайте выводы. Мы сделали выводы, что тебе надо кикнуть Дину, окей. Вадя, а где труп? Я не понимаю, блядь. Я не знаю под флеш. Я не знаю, я бегал и распамил. Флешка бегала, у меня загорелась. Я может по приколу. Я нажал. Можно вопрос, кто за репортер сейчас? Я. Флешка нельзя зарепортить. Ты зарепортил. Почему? Да, на клавиатуру, если нажимаешь, репортит. Я просто, я бегал эрз, я эрз вспомнил. Хорошо, Кирилл, подожди, ты зарепортил, я понял. А, смотри, ты же знаешь, что у нас есть на карте таймлорд, нас неоднократно кидало в карте, туда-сюда швыряло по всей карте. Так нахуя вы репортите в этом, когда... Потому что я белый, бегу и нажимаю. Слушай, инсайдер, у таймлорда ограниченное количество тоже этих. Ладно, ребят, 5 штук. Я где-то я вообще увижу, я просто...
понимаешь, что это, ну, тебе нужно подождать, не надо репортить, потому что таймлорд может нас вернуть обратно. А ты берешь и делаешь репорт. Белый, ну, белый, блядь! Я откуда знал-то, я белый, же не видел! Ну не видно, там ни хера было по кнопкам. Так, какая разница? Да тут не надо видеть сам суть, ты же понимаешь? Я тебе объясняю, что. Кстати, у нас есть таймлорд, который нас хуярит. То есть ты репортишь труп, и его не сможет таймлорд воскресить, понимаешь? Зачем ты это делаешь? Трейдеры, Матрицы, 100% нечестно. Больше так не будет. Роли, которые могут воскрешать. Да я к тому, что он не факт, что он, блядь, это был не сам репорт, ребят. Ваня, ты долбоёб, я Таймлорд. И Наташа мирные. Рома Джестер, блядь, почему не... Я Таймлорд, долбоёб. Ты Джестер, чувак. Я Таймлорд, чё ты тупой? Вообще-то я Таймлорд, нахуй, я Таймлорд? Пиздобол. Я Таймлорд, все Таймлорды. Я Таймлорд. Все Таймлорды. У меня последний откат. Два Таймлорда же не может быть? Три. Бля, ну Кирюха, пиздец, у меня такая охуенная команда. Нахуй предыдущую игру откатывал во время. Бля, Кирюха, пойдем убьем одного, пожалуйста. Просто я быстренько... Ну хоть одного, пожалуйста, убей, блядь, Кирюх. Хорош. Бля, Кирюх, один килл, пожалуйста. Бля, флешку кинь по-братски. Спасли кого-то? Дина, что это было? Что, кто нажал? Ай-яй-яй, Дина. Ай-яй-яй. Я тоже видел это было. Ай-яй-яй, хорошая работа. Дина, ты как будто сама не догадываешься. О твоих шалунских вот этих действий. Уф. А что было-то? Короче, захожу в комнату, и Дина с Вадей там такое делают. Не поняла. Я просто сейчас увидел такое, что мне стало... Так рассказывай, что. Нет, может, ты расскажешь? Ну, Дин, опять перепутала кнопку с инвизом, что ли, еще? Да нет, там Вадя что-то... Мне кажется, Дина уходит прямо сейчас. Да, Дина улетает прямо сейчас. Мы на корабле спасать. Да, не надо, типа, не надо палить ее роль, типа, я понимаю, о чем он говорит, но не надо, не надо. Ты не понимаешь, бра. Так. Что это было еще? Вадь, ну я разочек. Ты шалишь? Разочек. Не, если кроме шуток... Ой, убили. Хорош, Вадь, хорош. Ой, забай. Лови, братцов. Жалость. Какая жалость. Понятно. Иди в игру, поиграй, научись играть. Ну, голосуйте в Дину, чего вы не поняли? Да. Мы проголосовали. Ром, кого тебе еще надо помимо Дины кикнуть? Да я проголосую. Делаю. Другой же буду, давай побыстрее. Вы в Дину уже голосуете, да? Да. Мою девушку. На, нахуй. Ты долбоёб? Это кто? Это Маркс, вайпер, блядь. Подождите, вы реально в Дину голосовали? Ладно, спасибо. Это прикол. Бля, Марк ебанат, блядь. Короче, это пиздец. Гигант санитар, пизда. Кирюха, где килы, блядь? Я убирать хочу! Каждый раз, когда ему попадает сваппер, он такую хуйню. Чуваки, у меня чел убил и зарепортил, вместо того, чтобы я убрал труп за ним, блядь. Я мискликнул, сука! Я нажал! А зачем вы меня голосовали? Зачем вы голосовали в Дину? Так не, какая разница? Марк, я могу поинтересоваться, если бы проголосовали в скип, ебланой, просто скипнули раунд. Я проголосовал. Так делает же, ну говорю.